Мешает реклама? Жми крестик в верхнем правом углу. Окей, тарарарам, дарам, дарам, мы в прямом эфире. Друзья мои, спасибо всем, что пришли. Разрешите представить вам, в правом углу у нас в гостях абсолютная королева MLM бизнеса США и Канады, мистер Эйзи Дженсон, которая имеет команду 16 тысяч человек в любом бизнесе, а не с ней, без всяких переливов. Сегодня она пришла объяснить нам, почему она выбрала именно эту компанию, потому что мы знаем, что запускается как минимум 4 компании в США. В данный отрезок времени это будет 25-е, 1-е, 2 компании 1 февраля, 1 25-го и 1 5-го числа. Она все это знает, так же как и мы, но почему-то она выбрала именно Total Takeover. Поэтому мы и спросим ее, наш первый вопрос в эфире будет такой, почему из всех предложений вы остановились именно на этом? All right, thank you, Tracy, that you're coming for us. Thanks a lot that you got the time for us. And the first question from our team is, we know that it's several pre-launch in the United States for now. It's about 4 companies ready to go. And why you choose Total Takeover? Why you stay here? What is your vision and what you expect from this company? Awesome. Thank you, Vadim. Thank you for inviting me. I'm honored to be here and sharing the vision and what I see about the company. And just interrupt me whenever you want. You've had enough that you want to translate, please, okay? The internet is a global structure that we've seen a lot of predators and a lot of wrongdoings over the last few years. And the vision of the corporate structure in Total Takeover have got such a history good history and reputation in the industry that their vision is to correct a lot of things that have gone wrong. Okay. Прежде всего, этот бизнес открыли люди, которые очень хорошо известны в США, и они прекрасно видят, к чему сегодня пришел интернет и MLM-бизнес. Вообще-то, на самом деле, он застрял, если честно. Если честно, он застрял как у нас, так и в США. На это есть очень много причин, но прежде всего это искаженное мышление, конечно же. И эти люди, они нашли путь, как исправить ситуацию, чтобы вы могли делать деньги легче, то есть не так сильно напрягались, и вам не нужны такие огромные структуры, чтобы уже увидеть какие-то деньги. Обычно в любом бизнесе нужно очень сильно поработать, чтобы что-то ощутимое упало в руки. Здесь такого нет. Они хотят исправить данную систему. И маркетинг-план, который они придумали, в принципе, он не новый, с одним лишь но. Он новый в том, что здесь не уходят полностью личники наверх спонсору, а остается часть денег самому пригласителю. Хотя этот маркетинг-план себя оправдал, он очень шикарный, но эта часть, это действительно новинка в MLM-бизнесе, именно в этой компании. All right. Okay. So the people that the three people, Dave Wallace and Val, when they came together, then they spoke about what their intent was to bring this company together. They all had a common value and a common vision. These three people are very, very successful, and they have the people's needs and wants first and foremost in this company. They don't need the money. They're doing this because they love what they do. It runs through their blood. So, do you want to, I'll leave that with you for a minute. Okay. Значит, три человека, три очень успешных человека, они уже очень богатые люди, потому что куда бы они ни пришли, они всегда везде были персонами номер один в любом MLM бизнесе. Они очень известные товарищи. И они сюда, американцы нельзя сказать, что вот если сказать, что они не из-за денег сюда пришли, нет, такого нет. Просто впервые они как бы не сотрудничают с кем-то, а открыли именно свою компанию, где уже нет никаких коопнеров, как бы партнеров, компаньонов. Они втроем сделали именно свое. И именно этим своим они хотят перебить все существующее. И в принципе на это есть
как бы особые причины, потому что я хочу вам напомнить, 62 тысячи человек за 13 дней. Это очень мощный представ. Компания еще не начала. Здесь уже собрались все звезды MLM бизнеса со своими командами. All right. So for me, integrity is everything. Values are everything. Ethics are everything. And having the right people at the helm of a ship driving driving this particular company is everything. And the results that we've seen so far, the numbers don't lie. The numbers are a representation of what people believe in the people that are at the helm of this. Right now, we're over 61,000 people in just over 2 weeks. Mm-hmm. Yeah, yes, that's it. Значит, она сказала то, что я вам сказал про цифры, но она хотела добавить, что еще не было такого места, где бы собрались все так четко настроены на результат люди. То есть здесь нет людей, которые сомневаются в чем-то, чем-то недовольны, что-то не могут. Здесь собралась именно группа единомышленников, которые все думают в одном направлении. Заработать как можно больше денег, чтобы это было легко, просто. И наш предстарт за 2 недели, он показал, что сюда вливается все больше и больше людей, которые увидели этот бизнес, каким он будет огромным. Они увидели перспективу реально. Потому что такого предстарта они не помнят на самом деле. Alright? If you got something to say, So our particular group from our organization now is well over 15,000 members. So we're a quarter of this company. We represent a quarter of this entire company so far. That's powerful. And I've had a great opportunity of becoming very good friends with Val. And I've always been at the corporate core of any company that I've ever been involved with for whatever reason, because I come from a corporate background, and that's what I offer in structure, what I bring to the table in a company. Mm-hmm. Я немного пройдусь по вертикали, чтобы было понятно. Президент компании Вал Смит, под ним идет мисс Трейси Дженсен, затем идет Карл Хадсон, затем идет ваш покорный слуга, я и мы все. Значит, наша вот эта линия, она составляет около 16 тысяч человек, если не считать самого Вала, потому что только у Вала еще 12 тысяч. Хотите, прибавьте, получается 28. Но вот начиная с нашего топ-спонсора, вот мисс Трейси, которая здесь присутствует, нас порядка 16 тысяч человек. И это очень сильная команда на самом деле. На самом деле. Это не слабо абсолютно. Окей? Okay? So, not only do I have a corporate background, 30 years in the corporations, but I also have, I was running $1 million a week grocery chain store, but also I've got a long history in the network marketing industry as well. So, it's great because I can bring two worlds together, and I can bring experience to the table, and I have great vision forward about growth. You know, we're talking about large numbers. Let's face it. This company has grown faster than any phenomenon that has ever happened in my history in this industry, and pretty much what Val has ever seen as well. So preparing for growth and preparing for launch, and that's where we're coming up to just very shortly. And I'll talk about that in a second too. Okay. Yeah. В прошлом была большая бизнес-вумен, у меня был свой магазин, который приносил порядка $1 million в неделю. И когда я занялась параллельно еще сетевым маркетингом и добилась там результатов еще сильнее и больше при меньшем напряжении сил, то есть то магазином занялись другие мои люди, а я занялась интернет-бизнесом. Уже много лет я это делаю. И я вам скажу вот что. Никогда в истории, в индустрии моих запусков компаний, на стартапах, скажем так, я не видела такого мощного и огромного, значит, такой мощной и быстрой команды людей, которые сюда пришли. То есть не было в MLM 62 тысячи человек за 13 дней. Никогда. И у меня есть чутье бизнесмена, оно мне никогда не подводило. Я хочу вам сказать, что это только разминка.
Сейчас, когда пойдет все, старт, выплаты, когда пойдет это везде по всему интернету, сюда зайдут очень-очень много людей с других компаний, даже если у них там все хорошо. Даже если у тебя там все хорошо, здесь все равно больше денег. Они это увидят, они сюда придут и придут после вас. Поэтому вы в правильном месте и в нужное время. All right? So the reason that the growth of this company has happened so quickly, there's a number of reasons, but I believe that the main reason is because of the reputation of the three partners in the company, Val, Dave, and Wallace. They have a huge reputation in this industry, and I've become very good friends with Val over this last year, and he is absolutely what he appears to be. He's open, he's honest, he's transparent. He is extremely wealthy. He doesn't need to do this, and the level of participation, his commitment and his dedication is something that I've not witnessed before working in this industry with other corporate heads and other just MLM network marketing people. Okay. Я считаю, что такой быстрый и большой рост этой компании еще на предстарте прежде всего зависит от имени Уолла Смита, которого знают все. Он занимается бизнесом больше 35 лет, и в интернете он как минимум 25. И его знают все, каждые большие сетевики, команды, все люди. Он никогда никого не подставил, ничего не украл. У него всегда честные компании. И на его имя сюда действительно стекаются все сегодня. Потому что он очень открытый, честный человек. И если, скажем, между нами, он очень богат. Настолько богат, что ему эти компании уже как бы и не нужны, он может наслаждаться. Просто он уже не может валяться где-то там на море или на пляже. Ему постоянно надо быть в движении, что-то делать. Это уже привычка, вторая натура. Поэтому вы можете не волноваться о том, что тут не будет выплат или здесь какое-то кидалово, или что-то нас разводят или готовят. Это исключено. Репутация, которая строится 30 лет, не может быть разрушена какими-то смешными деньгами, которые можно здесь получить. All right. So what these men bring together is they bring experience. They bring success. They bring the online digital world of the marketing tools and what's current in online marketing and what's progressive. They bring all of the education about that so that people have the tools to be able to market in what's current today. And what Val brings to the table is his integrity, but his high echelon, his profile in the industry as one of the elite marketers, not only from history, but also from today, currently, and his connection with all of the top people in the industry today. So you bring all of that together, and I call it the perfect storm, because you've encapsulated everything that everybody needs in this industry, the network marketing industry. They need the education, they need the connection of who they know, they need the tools, and they also need the education of how to do that online. They brought all of that together, and that's what's going to make this so powerful. Vadim, I just want to add something here too. The one thing that is also there, not just what Val's bringing, but what Dave Lear and Wallace Nuanez is bringing is the lead capture system. It's more of a, I guess, a list building lead capture system, right, that is probably next to none. There's nothing that can actually even come close to it that allows people to use this type of system to get to the top of any leaderboard in any company. So yeah, that's also very, very important. And to elaborate that on that, they have been on the leaderboards of every company they've been in. They can personally sponsor 600 people. So if we could get everybody to that level where they could at least do 50% of that, then we're going to see some incredible success for everyone. Okay, Jim. I'm close to it, about 300. Okay, I'm going to learn more. Don't worry about it. Yeah. 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 Ребят, значит, ну, идеально... So, so, it's,
they're bringing both of those together. That's why this is so powerful. Значит, она называет это идеальный шторм, к, путь наверх, потому что все сходится в одной точке. Они приводят сюда как продукт абсолютно новую систему построения бизнеса. Будем считать, что это на 85% будет автомат. Такой еще в индустрии нет, она будет настолько упрощена, чтобы вы каждый могли приводить там личных по 100 человек и так далее. Это новинка, разработанная программистами, ими сами там. Они пока вслух не говорят. Она будет доступна только оплаченным пользователям, чтобы строить этот же бизнес, который и так будет на волне долгое время. То есть вам все карты в руки. И вот эти вот три человека с большим именем, большим умением, опытом и знаниями, они сложили все это вместе и решили, чтобы все зарабатывали деньги. Я вам скажу так, есть неплохая компания в США, они все были в ней так же. Она неплохая, никто не спорит. И она держится на плаву уже почти 4 года именно из-за такого маркетинга. Только там второй, четвертый, шестой, десятый и так далее полностью уходит спонсору наверх. А здесь у нас всего лишь 2 человека уходят наверх, но и то не полностью, оставляем по $20. То есть вот эта система, денежная система, маркетинг, он непотопляемый и проверенный от и до. Плюс в той компании нет еще 2 на 10 линий со всеми вытекающими по доллару на человека последствиями. То есть это тоже прибавка неплохая, $2048 в месяц. Совсем неплохо. Окей, let's go. Okay, and just on that note, with the lead capture page system, they will be editable, so you'll be able to put your own information in there. So from what I understand, it will be the language barrier won't be there, the English, Russian language won't, because you'll be able to edit those as well. So that's going to be very, very powerful as well. So now go ahead and share that, and then I'll get into the next segment. О продукте можно сказать, что он будет настраиваемый очень легко, то есть вы там пару раз нажали кнопкой мыши, у вас уже будет готовый к пуску полностью, там и страницы захвата, и сайты, и все. Ну, точно никто пока не знает, это будет представлено после запуска. Давай. Okay, so now that's the product side. Then they got into talking about the commission side, and that's why, you know, about making people want a low startup cost, but they want the high commissions. They were very creative and with that two-up system and making sure that everybody benefits. It's very fair. It's extremely lucrative for everybody. And this is something that we're seeing just in the growth. We're going to see some really remarkable paychecks come out of this when we actually do go to full launch here. Okay, ну если перефразировать, то звучит примерно так. Нужно было придумать маркетинг, который бы могли потянуть большинство простых людей, включая там третьи страны, это Индия, Пакистан, Африка и всех остальных. То есть должен быть такой вход, чтобы он не был очень тяжелым для всех. И нашли как раз золотую середину. Это не очень большой вход, но это и не $7 вход, от которого ты получишь $1.50 комиссионных. И при входе на 90 ты получаешь $46, 3000 рублей по курсу за человека, что совсем неплохо. Потому что если мы вспомним другие компании, где вход был $1000, вам давали 100, или 1500, вам давали 100 и так далее, то здесь при входе 90 вы получаете 45, ну 46 с $1 по линии. Это совсем не слабый маркетинг на самом деле, поэтому он и привлекает так много людей. Давай. Okay, so we've got 5 more days before we get into, we're finished our free launch. So the next 5 days are going to be critical for those people that are really wanting to build their business out right now. What a great opportunity. And not only in setting up your own direct lineage in those $45 commissions, because those are monthly commissions, and of course that compounds as your business grows. But it's really important to work with your people to help them to drive those lines down deep, because that's going to drive your income up. So it's really important that you understand how that
that structure works in your income as well as your people's income as well. Help them to drive that down and to get as much growth as possible in this next 5 days. Mm-hmm. Значит, 26 числа у нас будет официальный старт. Это очень важно, чтобы люди наконец поняли, что есть система, которая в принципе может им заменить любой бизнес на сегодня, где они могут каждый месяц получать все больше и больше денег. Каждый месяц линия растет, кто-то уходит, но больше приходит, потому что достаточно интересный вход, достаточно интересный выход. Вы делаете себе зарплату на каждый месяц. Не смотрите на это, как вы тут пришли, забрали то, что дали, и ушли. Вы можете здесь очень хорошо начать зарабатывать, если вы будете помогать развиваться своим личным. То есть каждый спонсор, который позвал 3-4 своих человек, он должен работать, объяснять с ним, приглашать там на встречи, чтобы человек видел, что бизнес интересный, деньги есть. Потому что многие, даже те, кто подписались под вас, они не понимают до конца ситуацию. Они уперлись в этот $1 и они дальше не видят. И их надо догонять, как бы, вытаскивать на разговоры и объяснять, что здесь намного все больше и интереснее. Okay. So here's the most important and critical part right now is to making sure that you're ready for your payment. Make sure that your details are in your profile in your back office, so that when the payment is due, that will be looked after. If you are sending group payments over in a bank wire, you can certainly do that. The information is in your back office as well. So make sure that all of your personal information and ID is attached to that. And I would encourage anybody that's doing a group payment by a bank wire to do it as soon as possible, because it may take a couple of days to get over, and then it'll give them some time to credit your account, and then they'll show you how to actually credit to your, and pay for your other members as well. There's a bit of a procedure there, but it's very simple. Let me add something to that too, Vadim. Just understand this, and please explain it to these guys in here, that you know, if they're just going to be watching the 2x10 matrix, that is the smallest amount of money that they're going to make. And when I'm saying smallest amount, that's $2,000. That's actually, in this program, that's going to be small money, okay? The big money is going to be coming from the $45 every single month, the $25 pass-ups, that kind of stuff. That's the biggest money. And too many people seem to be focusing on the matrix. That's going to be great money. They're going to see a ton of that coming in. But, you know, 45 people in the matrix pays $45, where one person pays you $45 on a residual basis. So yeah, that's what they have to take into consideration. Yeah, Carl, thank you for the remark. I'm going to explain good. It. Just one more question for Tracy. Yes. You mean that we can fill out our credit card today already? It's possible, right? Sure. Yeah, absolutely. You can go and put your details in your back office, and your personal information is there. You can go fill it out anytime. And January 26th, they will automatically withdraw this money from us, right? Yeah, they'll throw the switch and whatever is, and we have a grace period. There's a 5-day grace period in case people are, you know, at work or away. But I wouldn't wait. I wouldn't hesitate. I would make sure I was ahead of the game, make sure everything is in there correctly. Okay. Значит, я иду по вопросам. Значит, Карл говорит правильно. Вы смотрите в матрицу на доллар, чтобы получить $45, вам там надо 45 человек. И чтобы получить $45 в основном маркетинге компании, вам нужен один человек. Более того, этот один дает вам два, у вас пошла линия, те два отдают еще по два, и пошли вниз, вы начинаете получать сотни, тысячи долларов. То есть матрица это чаевые. Это дополнение, но это не основной маркетинг. Это так, чтобы вам не было скучно. И на нее особенно обращать свое внимание не надо. Есть и есть, прекрасно. Это самое главное, это ваша линия, которая пошла и приносит вам кучу денег. Теперь, мы все можем уже заполнять данные у себя в кабинете, профиль, куда вы можете внести свои кредитные карточки. То есть забить номер, дата выпуска, то есть дата окончания, месяц, год. И CVS это сзади на карточке три цифры в правом углу. Это вы даете разрешение на снятие $90 в месяц.
И 26 числа с вас автоматом спишут и вас активируют. Так же самое вся команда уже у Трейси подпрыгивает там. Они уже все давно внесли все и все ждут очень и очень больших пиастов. Так что мы будем следовать их совету. All right? It's going to be some questions soon. If you're tired... Yeah, that's great. Sure. Yeah. One thing, though, Vadim, I want you to add in there, too, is during the 26th to the 30th, during that period, that upgrade period, please let them know that nobody gets jumped. So if their downline pays before you do, you don't lose that income. Everything will be kept intact all the way up to the last day, to the last minute of that five-day period. And at that point, then everybody is compressed up, and then that's how they know right. who's all getting paid. Okay, oh, so it's very important that you let them know that. Well, thank and you. Whoever doesn't pay, whoever has not paid, the rest will roll up. So make sure they know that too. Yeah. But I believe they're being purged out of the system too. So if they don't right. pay in that time period, they're being purged. They're done. Yeah, they're gone. Yeah, please detail me this part. If somebody not pay by January 30, he is disappear from our business forever, right? He's going to be erased. They'll have to rejoin. They'd have to re-register. We'll double check that, but that's what we've been told. They'd have to re-register. And that makes sense. Business, I agree with that. That's true. Yeah, that makes sense. Okay. Ребят, значит так, что происходит? До 30 числа последний день оплаты. Если кто-то этого не делает, то он стирается из системы навсегда. Вы даже можете потом вернуться и начать все сначала, неважно. Но самое главное здесь вот что. В момент вот этих пяти дней, 26-30, да, значит, так, как это перевести правильно? А, все привязанные к спонсору по времени регистрации. Вы зарегистрировались в 20-27. Ваш приглашенный зарегистрировался в 20-29. Он платит раньше вас в компании. Он все равно ваш. Неважно. Он привязан по времени. Если вы не оплатите с 30-го, тогда его деньги уходят первому попавшемуся, вышестоящему спонсору. То есть идет компрессия. Все неоплаченные исчезают. Все, кто в теме, они распределяют прибыль, чтобы вы знали. Значит, вы должны не устраивать здесь гонки. Не надо переживать, прыгать или бояться. Здесь все зафиксировано по секундам. Кто после кого зашел. И 30 числа это все расставится по местам. Чтобы вы знали. То есть спокойно платите, когда хотите. 26 платите, 28, 30. Вы все равно станете туда, куда надо. Но я бы на вашем месте, вот, все, кто пришел за деньгами, принимал бизнес серьезно и не играл здесь в детский сад ромашку. Несите данные, 26 с вас снимут, активируют и будьте счастливы, у вас есть целый месяц строить бизнес. Сейчас, когда они уйдут, у них мало времени. Я вам хочу кое-что сказать про продвижение. Значит, у нас пару человек, не пошевельнув пальцем, подписали по 21 личку. Один 21, второй около 18. Я вам объясню, что это такое. А мы сейчас будем продолжать дальше. Адам, скажи мне, Оксана, Адам, что там у нас в чатах? Есть вопросы какие-то? Давайте сюда. Всем добрый вечер. Вопросы, на большую часть вопросов мы уже ответили, даже не спрашивая. Вот, был вопрос у нас, что будет человек, если не оплатит вовремя, его, значит, 30-го удаляют. Так, откуда возьмутся переливы, если здесь первая линия не ограничена, был вопрос. Видимо, они просто по маркетингу не поняли. Ну, вот там же два маркетинга у нас. Я сейчас задам вопрос про переливы. Окей, guys. Tell us, please, about this strange and very magic thing called spillovers. The what? Spillovers. Tell us, how the spillovers in Matrix work. Oh, the spillovers. Okay. The spillovers. The spillover is a gift. If you are so lucky to receive them, I just say that because I want to keep it as light as possible. The spillover will come from your efforts to your team, your sponsor's efforts into your team, and your sponsor's effort into your team. You may or may not receive it. It's not a guarantee. And again, what Carl had the best analogy of that is 45 people spilled into your matrix will give you $45.
if you personally sponsor somebody, that will be $45 on one person. So to put it in light, the right light is the 2x10 matrix is the gravy. That the two-up system is the meat and potatoes, and you want to is the main meal. You want to focus on the main meal, and the gravy will come as a result. Okay. No, let me just add something to that as well. Okay. You have to understand. Tracy has 15,000 in her matrix. I'm 10,000 of that in her matrix. We don't know what Val has put in. So you know. At this point here, we can't even imagine it, what the spillover would be like, you know. Or where it will go. We don't know where it will go. I have a lot, even personally in my downline, I have a lot of big marketers I've brought in that are spread across. And Vadim, you're going to be falling below one of those. I have no idea what's going to happen now because we are in free launch. We are going to see people that are going to upgrade, and then that's going to happen. But I think where we're going to see the biggest growth is after we start paying, because that's when all the testimonials start coming out. So there's going to be spillover. We know it. Those that grow really fast, that's where they get kind of hurt from spillover, because the way the system goes, it goes from left to right all the way down. So if you fill 10 levels down and the other part of your upline, like for instance, my matrix, if it's only, you're my one side, and then I got another side, my other side is going to fill until it equals out to yours. So that's the one thing that we need to do. I really don't like that word spillover, but you know what? It's going to happen in here. Just how much, I have no clue, right? Yeah, there could be a hole. Like you could, like Carl says, it's just how the mathematics work. Because, you know, if you look at the matrix, and, you know, your first two people have got substantial organizations, then your matrix is going to fill. But if you end up over here and you've only got one side that's going to fill, then you're going to get some depth over here, but this side may be empty. So, yeah, you might go down 10 levels over here, but remember, it's only a dollar down each level. You've still got another side to fill. And it's going to fill left to right, but only from your sponsor and your sponsor. There could be a big hole over here. There's no guarantee to that. So, again, I mean, let's try and get people focused on the right side. Too, right? Sorry? It's the smallest amount of money, the matrix. That's not even the big money. That's the small money. Yeah. Right? Yeah. And here's what this company is doing, is this company is teaching and educating people, giving them the tools to really do what this industry is supposed to do in the first place. We're not here as free lunch. We're here as a free launch. This is an opportunity for people to go out and build their organizations now. This has never been easier to do in the history of this industry. You know, if you want to do it now, do it while you can build a free organization and stop focusing on the gift that will result from your hard work. Yes, it's absolutely true. Успешные люди, они все думают в одну сторону, и никак иначе. Поэтому я вам говорил это 100 раз, и буду повторять опять. То же самое они мне сказали. Мы не любим это слово, мы его терпеть не можем, потому что мы не любим подарков. Мы получаем то, что мы хотим, и мы знаем, что мы получим. То есть мы не в ожидании какого-то чуда. Я конкретно знаю, сколько я получу и когда. Без вопросов. Я знаю, кто оплачивается, кто нет и так далее. Я не живу наугад надеждами и мечтами. Вы, конечно же, получите этот перелив, но никто не знает, сколько и как. Потому что перелив идет от 3 высших спонсоров. Но, в принципе, наша команда выше только неба, потому что первый это президент, вторая это Трейси, третий Карл, я. Мы и так в правильном месте, понимаете, от вышестоящих и вниз. То есть тут уже тысячи людей задействованы. Вопрос в другом, куда и кому это все потечет, это никто не может предсказать и не знает. Эта система ставит математически по классике, справа, слева направо, сверху вниз, и пошло-пошло-поехало. Поэтому, опять-таки, это всего лишь мелочь. То есть $45 за 45 человек или $45 за одного человека, который начал строить тебе структуру. Плюс, пока сейчас бесплатно, люди не так пугаются. Если бы это сразу был вход в компанию $90 сходу,
то это было тяжелее, чем сейчас на предстарте, когда ты заходишь бесплатно и уже можешь даже увидеть, что будет происходить 26 числа, что у тебя будет строиться и как идти. Ты уже видишь деньги на балансе, ты их еще не заплатил. Ты еще не начал бизнес, ты уже видишь, что происходит. В принципе, у вас их из всех есть выбор, так что больше делайте упор на себя и на свой труд. All right. I'm going to ask if any question in the chat, because I know you got to go, so... Есть еще два вопроса, после чего мы сможем их отпустить. По поводу продления на второй месяц, когда мы будем оплачивать, да, те, кто 30-го оплачивал, кто 29-го оплачивал, у них всех будет единый день продления 26-го, или они будут, соответственно, своим дням оплаты проплачиваться? Ага. Ты имеешь в виду, это календарное или так, да? Я понял. Но, например, кто-то 26-го платится, у них месяц на следующий месяц 26-го подойдет, а кто-то 30-го будет проплачивать. Они вот 26-го будут платить или 30-го будут платить? Okay, the question is very interesting. We got stamped for now, I know, 5 days. Yeah. But if I paid January 26, right? Mm-hmm. And my sponsor paid January 30. So next month I should pay January 26 and my sponsor January 30. You know what I'm talking about? Where is the money go? That was going to, when we're going to pay the next month, exact day as today? Carl, you understand what I tried to say? Or no? Okay, well, let's answer this in a little bit different manner. First of all, that's a good question, but first of all is that they pay out every Wednesday. The first Wednesday of the month. So, you know, let's put that in perspective. First of all, the second of all is you'll be able to pay your commission out of your commissions. So that's why I'm urging people to make sure that they at least have created their organization, in our free launch scenario to make sure that is covered, so that as we get into launch, we can build further out. And that'll never be an issue. I wouldn't even worry about that because it will just come directly from your commissions. For one, it's paid out every Wednesday for the fast starts, if you want to call them a fast start. But they also are going to pay the first Wednesday of the month on the monthlies. So I don't think that's going to matter. Oh, okay, you misunderstood me, Jean. Let's do like this. You are my sponsor. Right? Yeah. You are my sponsor. If I pay, you got money from me. But I paid January 26, and you paid January 30, okay? Mm-hmm. I paid before you in 5 days, all right? But month January we stamp, but next month, February, I gotta pay $90 again, February 26, and you pay February 30, so you're gonna miss the commissions because I am your referral paying money before you the next month, February. Yeah, but it's not paid person to person. It's paid, if it's paid in that time frame, it doesn't matter because it's going to be paid out at the first Wednesday or of the month, and it's going to be, it doesn't matter when you've paid in that time frame because it's not paid member to member. Yeah, I understand. Does that make sense? I still going to pay earlier than you in the first. It doesn't matter. It doesn't matter. Why not? There are some mistake, maybe misunderstanding. It's not about payout. It's about next. It's about the aftership, you know, every aftership. Some people, those who will pay in the 3rd January, mm-hmm. they will have 1 month paid period, and they will have the next payment due in the February, the right. last day of February is 28 or 29 February. It depends on the year. This is what I was explained. I was explained that only pay plan 2 was being paid on the first Wednesday of every month, but it's the not renewal about dates are being paid as they renew. On whatever their renewal date is. No, Carl, the question is not like this. Let's make it deeper. You will understand.
I understand what you're saying. I'll have that clarified, because, and I know what you're saying is because if they're paying out, the monthlies are paid out the first Wednesday of the month. Yes, Jenny. Right? But question is not like this. We in January we stamped, but in February we are not. You know? And if I pay in January before my sponsor, that's mean in February I should pay before my sponsor too. And he don't gonna get the commissions from me, because I paid January 26th, he paid January 30th, now I pay February. No. It's not gonna work that way. You keep the line of sponsorship, Vadim. It's whenever the renewals are coming in, you still get the renewals from your downline in whatever timestamp it was that you guys have paid into the system. Okay, so when, you know, you're still going to get paid on the renewals. To what I understand, the renewals of the pay plan one. Okay, you'll be paid on the Wednesday of that week. Okay, so if your renewal came in on Thursday, you'll be paid on the next following Wednesday on that renewal. Okay, so every pay plan one pays on every Wednesday of the month. Okay, every Wednesday of every week of the month, but pay plan two pays on the first Wednesday of every month. This is what I understand. Tracy, you'll need to confirm that. But we'll clarify that. I understand what you're saying, and I understand what you're saying. I understand the payment thing. Yeah, Jane, it's very simple. I understand what you're saying. We'll get clarification of that, okay? Okay, so I want to tell you again. I pay January 26th before my sponsor. My next payday is going to be February 26th, $90, right? Yeah. And my sponsor will pay February 30th. So after me, is he going to lose the commission? Because in February I pay 4 days before my sponsor. It's my time to pay. 1 month from January 26th to February 26th. You know what I'm talking about? Yeah, that's what we're trying to tell you. That's not going to happen, okay? Again, it's all done. Pay plan one works completely different than pay plan two does as far as the payment structure works. Oh, and Tracy, okay. We'll get this sorted for you guys. Yeah, we'll get the details on that. Hey, nobody's going to lose out on their commission because of that. And, I mean, just thinking forward, it might be, you know, rolling everybody's payment to the 30th as opposed to the 26th. I don't know. That might be just the answer to that. I don't think there's actually anything. I don't even think there's a question to it personally. But you know what? We'll have the correct answer from corporate and not have any guessing. It's $45 commission, guys. It's not about one. Let's try rephrase this question. If I pay 28 January. Yeah. When my next payday due? That's the question. It would be 26 February, or it would be 28 February. Okay. So how? We'll get that answered. And if his sponsor pay later, so he missed $45 from him next month. No, he won't miss it. No. Okay. Okay. You have to realize this. If you joined on the 28th of whatever month, Vadim, all of your people joined after you. So the money there comes in. And so you pay on the 28th, and then everybody pays on whatever, one day, every single day for the next 30 days, that money comes to you. When you renew, then their new month renews, blah, 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 blah. Okay, so you're never going to lose anybody. And like I said, So you, по поводу, он сейчас неправильно толкует, он говорит, что кто присоединился позже. Дело в том, что те люди, которые присоединились, они там по времени, да, это все мы поняли уже. Но дело в том, что у нас сейчас есть время оплаты. Тот, кто оплатит 26 числа, кто 27, кто 28 оплатит, следующий месяц, не говори им, что кто-то там потеряет или кто-то пропустит. Просто скажи, кто оплатит 28 числа. Они будут следующий месяц платить 28 числа или 26. Просто задай этот вопрос. Я это понял. Они ответили так, что начиная с февраля, со следующего месяца, вы все платите в день вашей регистрации, то есть после спонсора. То есть день регистрации не в день оплаты, а в день регистрации. Yeah, and you know, it's an easy accounting function just to have everybody dated for the end of the month too. So
There's an easy answer to that. I mean, they probably already have that coded into the software. I'm sure they've already had that they've already thought that forward. So it's nothing to be concerned about. I don't think they're not paying pay plan one once a month. Everybody's paying and renewing on their actual date. The only thing that's being paid once a month, to what I've been told by Dave and Val and everything, is pay plan two, which is the first Wednesday. So basically it's like this, guys. As you're joining right now, you come in, you pay, and then your downline starts paying. The next month repeats as if it was the first month. You know, everybody pays, and then you get paid on that the first Wednesday of every week. Right? That's how it's going to work. Okay, Adam, еще все проще. Каждый месяц повторяется как 30 января. Вот как оно стало, так же и станет. Понимаешь, о чем я? Вот теперь все нормально, все стало на место, понятно. Так же будут даваться 5 дней на каждый месяц. Да, кто привязан к спонсору, все вот так оно и идет. Alright, so every month sponsor don't gonna lose money even if he pay 5 days after his referral in the February. You will never pay after your referral. It's impossible for you to pay after your referral, okay? Because your renew date is your renew date, and you're the one that starts it. So, like, you know, you started this, you came in here, and then you started referring everybody. So you started on one date, that's what you pay. And then everybody else starts paying afterwards. So basically, the renewal date for everybody, if you start on the 28th, then it'd be the 28th of the next month. And then that everybody after that starts coming in. So it's like the very first month, okay? The way the pay pattern goes, that's the same way for every other consecutive month. So you will never, ever get jumped, ever. You know, the people that come in on the 15th of February... are still being paid to you as if it was the very first month in January. Like if you came January 28th, so the next pay period would be February 28th. That's where it would start across. And then, because it all starts with you, right? Yeah. Whoever you are, so you never ever lose a commission. Yeah. But stamped time is just a little confused me, you know, because you say we got 5 days to pay, so referral pay before today, before sponsor, and the system see that referral pay January 26th. No, the time period has nothing to do with it. That the 26th to the 30th has nothing to do with it. That's a grace period allowing everybody to pay. The 30th will be the actual start date, or 31st, whichever the one they make. That's the start date for everybody. Okay? Going forward. Все, Адам, ребята, все становится как в первый раз. Все расставляется так, как вы в первый раз стали и запустились. Так и будет каждый месяц, никто ничего не потеряет. Нам надо отпускать людей, если нет таких каких-то важных вопросов. Еще два вопроса. Один был вопрос, не будет ли меняться маркетинг. Я думаю, что не будет маркетинг, но все равно спасибо. Новость придет к нам 25-го, будем с ним об этом разговаривать. Хозяин. Хорошо, еще вопрос есть такой. Деньги обязательно с карты будут ежемесячно списываться, или можно вот этот автооплату с кошелька сделать? Можно с баланса, на балансе есть 90, оттуда будут снимать. Вадим, еще вопрос. Да-да. Вот Ирина задает вопрос. Америка наложила на Россию эмбарго. Нашей компании не помешает политика делать деньги? Они не ответят на этот вопрос, я тебе говорю сразу. Но я отвечу на него, потому что, ну что тут скрывать, я умнее американцев намного. Я смотрю программу «Время» в 21:00. Так вот, мы получаем зарплату в долларах. Доллар не падает и не упадет никуда. Я думаю, он даже будет стоить больше. Вы получаете ее на e-wallet в долларах, а карточка, которая вам придет домой, она не принадлежит Российской Федерации ни с какой стороны. Она придет с Англии, скорее всего, к вам по почте в конверте. Доллар в нашей стране никто не отменял. Вы идете в банкомат, вставляете свою карточку. Я выбил для Беларуси пионер, потому что не уверен, будет ли Белоруссия для вот этого новой системы, которая туда ввязывается, в IP-ауте не было. Мы договорились, что для Беларуси надо выбить пионер или завязать такую карту, чтобы там была Белоруссия. Да? Вы идете в банкомат, вставляете карточку, по курсу Сбербанка на сегодняшний день она меняет ваши доллары на рубли. Вы всегда в плюсе. Комиссия смешная. Комиссия смешная, там что-то порядка 4 долларов за одну транзакцию. Это мелочи. Если вы сетевики и работали раньше, вы прекрасно знаете, 10% от доходов надо просто забыть. Все, это закон. Вот вам ответ на вопрос. Нас ничего не волнует, никакие санкции. Пока работает в стране доллар и принимает банкоматы, визу и мастер-карт, нас это не волнует.
All right. Да, если не... Давай. Вадим, меня слышно? Да, я слышу. Вот еще Роза вопрос. Если она проплатится, но у нее нет лично приглашенных, ей вообще стоит типа оплачивать и работать дальше? Господи, Роза, значит, пока вы оплатитесь, на балансе у вас будет видно, кто платил деньги и что вы получили там. Мы сейчас к этому вернемся, вот давайте отпустим их. Я с вами хочу очень серьезно поговорить и о продвижении, и обо всем вообще займет на 3 минуты. Я в голове себе уже составил примерно тех, что я вам сейчас скажу. Поэтому я отвечу на этот вопрос сам. Окей, Карл и Трейси, thank you for coming. I know you got the meeting, I know you gotta go. We're gonna leave and talk a little bit more, but we gotta leave you alone. Okay, thanks for having me. Thanks for having us, Vadim. It's been my honor, my pleasure, and if there's anything else that we can do to answer any questions, more than happy to do so. Thank you, Tracy. Thank you that you got a time for us. Thank you. Thanks, everyone. Bye-bye. Thank you. Мы не выключаем запись, я хочу с вами поговорить серьезно. Осталось 5 дней. Надо шатать безостановочно. И я хочу вас обрадовать. Значит, реклама, которую ведут наши программисты, как бы, с которыми я сотрудничаю, она приносит сильный результат. Ребята получили хорошие подписки. И даже не каких-то там людей, кто пришел без головы, сами не знают зачем. А людей, которые будут работать, и даже, насколько я понял, присутствуют у нас сегодня на презентации. Это была скайп-рассылка на 30 тысяч контактов. Она идет 5 дней безостановочно. Это запускает человек, он корпит над этим делом 5 дней, проверяет все, чтобы там не заглохло, все шло. Это спецоборудование, спецпрограммы. Он продает эти программы также. Это новый обновленный Skype Magic и Sendex с пожизненным ключом, привязанный к твоему компьютеру, железу, где ты можешь доставать спецконтакты. Как это делать? Дается тренинг. Учит, как доставать спецконтакты MLM бизнеса, как рассылать, чтобы вас не блокировал Skype. В эти программы вшита спецутилита, такая специальная программа, еще от него, он сам ее создал, которая не дает блокировать вас при добавлении большого количества людей. Если вы сейчас рискнете добавить больше там, чем 50-70 человек в Skype, вас заблокируют немедленно. Неважно, вы согласны или нет. Вот эта утилита, она предотвращает это сделать, ну, это, в общем, их дела. То есть, рассылка на 30 тысяч человек идет 5 дней, она дает как минимум 20 лично приглашенных. Это самый плохой расклад. Я хочу сказать тем, кто не хочет включать постер на Фейсбуке. Ребят, постер на Фейсбуке — это номер один. Он качает днем и ночью кучу людей, главное проверить. Смотрите, что у нас происходит. В США они все гудят как улей. Они видят бизнес, они видят деньги, они подпрыгивают. Они уже не спят, или я вот куда не зайду к ним, на группы в Фейсбуке по тематике. В их чатах там все, вау, давай, где платить, быстрее, а что? То есть все видят деньги. Что происходит у нас опять? Ну скажи мне. Я не могу понять. Есть в чате не все, но некоторые великие предприниматели, которые пришли сюда вообще без понятия, что они здесь делают. У них и мышление искаженное, и... Это высший пилотаж, как вот американцы отстегивали сейчас. Оставьте этот доллар где-нибудь, отвалите, знаешь, и вот перехватить пару долларов у кого-то с барского плеча, это все, это уже предел. Понимаешь, о чем я говорю? И когда в США практически все готовы платить 26 числа, у нас вот в чатах есть вот такие бомжовые разговоры. Я не буду платить, пока не увижу, что мне там перелили. Я не буду платить, потому что 90 это дорого. Я не буду платить, потому что это вся моя зарплата и так далее. То есть мы опять видим, что собирается публика, которую давно пора отправить к мудрому волшебнику Гудвину вместо Страшилы, понимаешь? Никто не хочет платить бизнес, но все хотят деньги. Так откуда этим деньгам вообще взяться, если вы все пришли бесплатно? Да и зачем эти люди здесь вообще? Они потом будут больше всех кричать на весь интернет, что их кинули. Они не привели ни одного человека и даже не оплатили вход, но криков именно от них будет всегда больше всех. Я прошу вас менять мышление и отношение к бизнесу. Тут не детский сад. И надо слушать тех, кого знает весь мир, кто чего-то добился. Вот нам пришла Трейси с команды 15 тысяч, говорит, что из 4 бизнесов при старте в США я выбрала именно этот, и я считаю, это лучший на сегодня. Понимаешь?
А твой кум Василий говорит, что это пирамида. Кого мы будем слушать? Трейси зарабатывает в сети сотни тысяч долларов, кум работает электриком. И вот он на столбе 5 раз током ударил, он приходит домой и стал великий эксперт MLM бизнеса. Он втирает мне, как жить дальше. Понимаешь? Трейси села в самолет, улетела в Гавайи, а он встал в 7 утра, пошел на троллейбус. Опять лезет на свои столбы за 15 тысяч рублей, минус проезд, бутерброд и пиво у телевизора. Мечтает о пенсии. Так, конечно, 90 долларов для него это дорого. Потому что у него 90 это все, что остается в первый же день после зарплаты. А через неделю он уже в долгах по уши. Если ты там у себя электрический профессионал, я тебя поздравляю. Это прекрасно, когда человек что-то разбирается. Я, когда был студентом, тоже работал на стройке, я все это видел. Ну какого хрена ты даешь советы в MLM, если ты там ни хрена не соображаешь вообще? Ты электрик и будь ним. Понимаешь, а если ты лидер, если ты разбираешься в бизнесе, как вести трафик, как вести толпу, как говорить, что делать, вот тогда и давай совет. И я буду тебя слушать, только когда ты будешь со мной на равных, на одном калибре. А пока ты не можешь привести ни одного человека и кричишь, что это все фигня, мне тебя слушать абсолютно нечего. Вообще. Понимаешь, всю жизнь ноют. Раньше дома ныли, а теперь на весь интернет начали ныть. И причем мужики ноют в основном. Я заметил, мужики, женщины работают, стирают, готовят еду, уроки с детьми, садятся в 12 ночи, до утра строят MLM бизнес. Понимаешь, о чем я? Семью же надо вытягивать, потому что некому. Василий, он только скулит, как побитая собака. И что он кричит? Я же работаю, я устал с работы, оставь меня в покое. Все, что с его зарплаты осталось, это 2500 на семью, понимаешь? И все требуют уважения. Ничего ему не скажи. Да что вы себе позволяете? Да ты заслужи его сначала, а потом возмущайся. Как можно относиться нормально к здоровым людям с руками, ногами, головой, которые трясут у метро банку от кофе, понимаешь, и клянчат доллары на сигареты. Дай доллар, дай. Он стоит абсолютно здоровый, не инвалид, у него башка есть, он ноги ходят. Как я могу к нему относиться, если он черт просто, понимаешь, о чем? И то же самое, эти же самые люди здесь в МЛМ. Они ничего не делают, ничего не говорят, никого не слушают, но все требуют, только дай. На выход с вещами все. Значит, в любом случае, в бизнесе, результата не будет раньше, чем через пару месяцев. Даже если сейчас предстарт, и там ничего не пилило, не налило, ничего не получилось, это всего лишь разгон. Понимаешь, мы в институте учимся 5 лет, чтобы получить диплом. Ничего не будет, пока вы не выстроите какую-нибудь линию, хотя бы какую-то, пару личников, те пошли, уже вам пошли деньги. Ну а те, кто не строит вообще ничего, так они нулевые в любом деле, верь мне. Я их видел всех за 6 лет, у них нету 90 долларов в кармане, у всех этих великих тренеров и сетевиков, в моем скайпе. Они сидят там 6 лет без толку, потому что везде им надо вход 3 копейки, или бесплатно, или без вложений, или без приглашений. И они на грабли наступают и не хотят меняться. Так удобно. Удобно заходить туда, где ничего не надо делать. Но и выхлоп такой же самый. Фу. Ладно, спич прошел, мы едем дальше. 25 числа. Нам придет президент компании Will Smith, который, собственно, и будет представлять свою компанию для русской команды. На этом пока все. И я благодарю вас всех, кто пришел. И давайте начнемся к делу серьезно. Вадим, пока мы не ушли, вопрос был. Американцы сказали, что если мы в своем бэк-офисе заполним информацию и заполним данные карточки, то 26 числа абонентка будет списана автоматически. Да. И нам не нужно будет как-то ждать или вручную активировать там и так далее. Да, абсолютно. Все, кто настроился на серьезный бизнес, на деньги, заполняйте данные, пусть 26-го свершится чудо. Угу. Ты не мог бы записать видео, инструкцию такую кратко? Да, могу. Как что делать там с английским языком, люди будут не разбираться, где что записать там и так далее. Хорошо, я сейчас буду заполнять свою, включу видео, это недолго. И мы пройдемся, поэтому я сделал 1,5 минуты видео, будет все понятно и ясно. Да, спасибо. И если у нас будет автоматически оплата списываться, вообще нормально будет. Да, с баланса. Не надо будет долго ждать. Да, с баланса будет автоматически. Спасибо всем, настраиваемся, надо дожимать. Никто здесь никаких супер секретов не имеет. Хотите вообще ничего не делать, берите платную рекламу, все, отдыхайте, вам все приведут.
не хотите, включайте постеры на Фейсбуке, это лучший выход. Просто меняйте текст, будьте оригинальными. Не будьте этими унылыми сопляжуями, которые вечно только рыдают и ноют, и что-то там приглашение, вложение, без никого, без ничего. Оставьте всю эту дурость, слушайте людей, которые делят 30 лет и делают миллионы долларов. Слушайте их, вот кого надо слушать. Меняйте текст, экспериментируйте, результат вам будет всегда. Спасибо, что пришли. Салют.